Чего мы лишаем себя при работе в такси? Ребят, я сегодня выгуливаю свою аллергию на пробежке. Пробежка будет долгая, часа два, наверное, и я где-то часик побегаю, а потом предлагаю обсудить все вот эти вопросы. Что мы теряем? Какие плюсы-минусы работы в такси? Можно ли работать в такси как на основной работе? Можно ли годами работать в такси? Какие при этом есть нюансы? Я думаю, интересная тема для разговора. Кому интересно, давайте в 4 часа проведем стрим, пообщаемся.